В 2019 году российское правительство приняло постановление, содержащее ряд изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В частности, с 1 октября документ обещал изменение маршрута, процедуры экзаменов ГИБДД, сроки пересдачи с возможностью аннулирования результатов. Одно из самых основных изменений – отмена на экзамене так называемой площадки или автодрома. Практический экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке исключается. Одновременно с этим практический экзамен в условиях дорожного движения дополняется проверкой основных навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке. Многие восприняли новость об отмене автодрома категорично. И сотрудники автошколы успокаивают кандидатов. Площадка для занятий останется, ведь без нее невозможно научиться базовым навыкам вождения. Волнения нынешних абитуриентов оказались напрасны. Новые правила переносятся на весну следующего года. Габаритную змейку прошли. Без остановки выдвигаемся на гараж. Мы работаем по программам, по рабочим программам. Нам министерство разрабатывает примерную программу. Мы на основании ее разрабатываем рабочую программу. И в примерной программе автодром не отменяется. Ну, физически научить человека с нуля двигаться по улицам общего пользования – это невозможно, это опасно даже с какой-то стороны. Поэтому площадка у нас в любом случае останется. Для обучения, со стороны обучения, у нас ничего не изменится. Абитуриенты говорят, что знают о будущих изменениях и уверены, что автодром – самая важная практика в обучении. Люди, которые первый раз садятся за руль, они именно на автодроме начинают понимать, что они делают, как правильно ездить, воспринимают габариты машины. Когда я первый раз села за руль и приехала на автодром, мне очень показалось сложно ездить змейкой, так как я девочка и не сильно могу быстро крутить руль. Мой инструктор мне все рассказал, показал, как правильно. И теперь я змейку прохожу идеально, не задевая никакую фишку. С одной стороны, да, кажется, что люди лучше подготавливаются, потому что мы не будем ездить всю жизнь на полигоне, мы будем ездить в городах. Но с другой стороны, лучше человеку учиться и сдать на полигоне то, что он должен сдать, а потом уже более уверенным идти в город. Новые правила должны были вступить в силу 1 октября. Но в связи со сложившейся ситуацией экзамены на получение водительских прав ГИБДД останутся без изменений до 1 апреля 2021 года. Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа регион.